В Новый год некоторые люди предпочитают наряжать живые елки. И хорошо, если дело касается не срубленного дерева, как, например, в одном из дворов города Видное. Здесь местные жители вышли на улицу и нарядили игрушками вот такую вот несрубленную елочку. Но другие покупают срубленные деревья и несут их к себе домой. Наслаждаются ею все праздники, а после выбрасывают. Но как же правильно утилизировать елку? У нас была искусственная елочка, до сих пор стоит. Почему вы считаете, важно ставить искусственную елку? Ну, она у нас много лет. Даже не думали, что надо новую покупать. А к живым как относитесь? У нас много живых елочек во дворе. Он все украшен. Вот рубить и домой нести, как вы к этому относитесь? Плохо отношусь. Вот лучше во дворе пускай растут. Наглядный пример, как после праздников когда-то любимые елочки оказываются на помойке, а ведь дереву можно было подарить вторую жизнь. Сразу после старого Нового года на улицах городского округа появятся заметные синие контейнеры, куда и надо будет сдать свою зеленую красавицу. После деревья соберут и отвезут на специальные предприятия, где их переработают в щепу. Она станет удобрением для вновь высаженных елей. Очень удобно. Пользуемся, да. Дети у меня пользуются. Да, очень удобно. Хорошая идея. Хорошая идея, конечно. Ну, а то валяется где-то непонятно где, около помойки наложат, а это определят, и животные вроде сыты, и вообще все это в дело идет. Нету мусора, грязи не будет все-таки. Вот это в отход, я слышала, их для животных или там для кого-то там собирают, для лосей. Так что все нормально. Желательно еще как-то новогодние эти все базары приводить в порядок, елочные. После что именно? Праздников. Ну, когда 31 числа все елочки лежат и такие грустные, да? То есть с этим тоже нужно работать. Пунктов по приему елок в Ленинском городском округе будет 15. В 2 совхозе имени Ленина, столько же в поселке Горки Ленинские, 3 в деревне Сапронова, по одному в Развилке, на Володарке, в Боброво, Новодрожино, в жилом комплексе Бутово парк. В Видном площадке по утилизации расположатся в микрорайоне Зеленые аллеи. А в центральной части города Видное пункт по утилизации елок будет находиться здесь, возле здания МУП УК ЖКХ по проспекту Ленинского комсомола 23/3. Утилизировать свою елку можно с 15 по 31 января. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.